Всім привіт! Мене звуть Валерія. Сьогодні ми з командою Main People тестуємо моє рідне місто Чорноморськ. Привіт, мене звуть Андрій Домасов. Мені 10 років. Я полюбляю грати в футбол та збирати конструктор Лего. Сьогодні з командою Main People ми відвідуємо салон краси Blackberry, ресторан Edelweiss, ресторан Афаліна та судоремонтний завод. Мене звати Юра, і зараз я знаходжусь у салоні краси Blackberry, де мені зроблять гарну зачіску. Привіт, мене звати Вероніка, мені 10 років, живу в місті Чорноморськ, вивчаю англійську мову, ходжу в школу танців. Дуже смачно печу торти. Люблю подорожувати для того, щоб побачити весь світ. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Ева Могилевская. Чем ты занимаешься? Я займаюсь бальными танцами та вокалом, а ще вивчаю англійську мову. А що тебе сейчас будуть делать? Прическу. Привіт, мене зовут Юра. А тебе як? Ліза. Приємно познайомитися. А чим ти увлікаєшся? Люблю плести браслетики. А тебе понравилось в салоні Blackberry? Да, тут красивий інтер'єр і дуже хороший персонал. А ще мені зробили дуже красиву прическу. Привет, меня зовут Сева. Мне уже 5 лет. Я занимаюсь танцами и английским. Я мечтаю стать полицейским. Привет, меня зовут Ева. Мне 7 лет. Я в салоне красоты Blackberry. И мне сделали красивую прическу. Мастера, и они мне сделают красивую укладку. Сева, у тебя такая красивая прическа, это тебе сделали мастера? Да, это мне в салоне красоты Blackberry сделали. Привет, меня зовут Вероника, а как зовут тебя? Катерина. Сколько лет вашему салону? Наш салон был открыт 1 февраля 2015 года, на сегодняшний день ему 3,5 года. У нас 2 салона и в порядке 50 мастеров. Много ли детей посещают ваш салон? Да, конечно, у нас очень много деток. Спасибо большое за интервью, приятно было познакомиться. Команда Main People рекомендует салон красоты Blackberry в городе Черноморск. Привіт, мене звати Єва Могилевська, мені 7 років. Я займаюся бальними танцями та вокалом, а ще вивчаю англійську мову. Я мрію стати телеведучою та багато мандрувати. Зараз з командою Main People ми відвідаємо ресторан Edelweiss. Зараз нас повара учить готувати суші. Зараз ми готуємо начинку, а потім будемо крутити роли. Поки ми учимося робити суші, наш заказ скоро буде готов, і ми будемо кушати. Hey!
делаем. Ну что, пошли пробовать? Лера, ну что тебе здесь понравилось? Да, был очень интересный процесс приготовления суши и очень вкусная еда. Больше всего в ресторане Эдельвейс мне понравилось их обслуживание. И как мы готовили сами суши. Даша, скажи, что тебе больше всего понравилось в ресторане Эдельвейс? Что тебя впечатлило? Здесь хороший интерьер и хорошее обслуживание, и очень вкусная кухня. Вероника, а что ты сегодня заказала? Я заказала ананасовый фреш и яблочную тарту. А что заказала ты? Я заказала куриные котлетки с домашней лапшой. Было очень вкусно! Мы научились сегодня готовить суши. Не главное, не жалеть риса и правильно скрутить. Что надо добавить в рис, чтобы он был самый вкусный? Соус мицукан. Это для суши. Если так, для еды, то можно оливковое масло. Он будет рассыпчатый. Какую рыбу лучше добавлять в суши, чтобы суши были вкусные? Если оригинальные суши, то лучше лосось. Если так, как бы для себя, да, чтобы были вкусные, то лучше уже тунец. Он более вкусный. Сколько лучше всего жарить рыбу? Рыба жарится 6-7 минут, тогда она будет сочная. Какое самое вкусное блюдо из авокадо? Авокадное пюре или авокадное масло. Как можно обычно приготовить яичницу? Тяп-ляп, готово, кинул яичницу, зеленью присыпал, глазки нарисовал майонезом, усики нарисовал, все. Спасибо за гостеприимство! Команда «Май Пико» рекомендует ресторан «Эдельвейс» в городе Черноморск. Меня зовут Маша. Я буду вашим экскурсоводом на сегодня по судоремонтному заводу. Я вам покажу доки и как ремонтируются суда. Пожалуйста, а как корабли из воды попадают в док? Их что, поднимают этими кранами? Ну, верно, но не совсем. Док погружается в воду. Судно аккуратно заходит в док. Он поднимается, вода стекает, и судно оказывается на специальных подставках. И все, можно начинать работу. Более легкие вопросы, а на сложные вопросы ответит руководитель завода, который знает все процессы. Ребята, я, конечно, очень многое знаю о судоремонте, но прежде всего я хочу задать свой вопрос. Кто знает, почему в одних случаях корабль, а в одних случаях судно? Судно – это когда грузовое, а корабль – это когда пассажирский. Конечно, это логично, но не совсем так. Все суда под военным флагом – это корабли, а под гражданским флагом – это суда.
что делает судно в доке? В доке у судна достаточно много технических операций. Прежде всего, его очищают от старой краски, потом дефектуют корпус, заменяют некоторые конструкции, делают ремонт грибного устройства. И самая основная работа – это, конечно, внутри. Очень много времени требует ремонт главных двигателей, насосов, компрессоров, аварийно-спасательного оборудования, ну и прочие вещи. Насколько большие суда приходят на ремонт? Иногда очень большие, как 10-этажный дом. А иногда поменьше, такие, как сегодня. Вот таких, как сегодня, мы в док ставим, как правило, 2, а то и 3 штуки одновременно. Сколько времени уходит на ремонт большого судна? Вы удивитесь, что счет ремонта судна идет иногда даже на часы. Как правило, большое судно мы ремонтируем от 10 до 15 дней. Работаем круглые сутки и днем, и ночью. Только так ремонтируют суда во всем мире, и мы должны быть конкурентоспособными, потому что время – это деньги. Мне кажется, я уже где-то в Ютубе видела этот док. Только там было не про ремонт, а про музыку. Совершенно верно. Вероятно, речь идет о клипе группы The Hard Kiss «Корабли», которые, кстати, в прошлом году снимали в этом доке. На 4 миллиона просмотров на Ютубе, 4 миллиона человек увидели этот док и увидели музыкальную популярную группу и наш завод. Дело в том, что в последнее время завод стал локацией для съемок многих клипов и фильмов, потому что активно работающее промышленное предприятие – это очень интересное место. Обычно наша команда посещает места там, где денежки тратят. Мы сегодня увидели, как денежки зарабатывают. И сделали выводы, что надо хорошо учиться, и мы станем крутыми профи. ИСРЗ – это самый большой судоремонтный завод в Украине. Это такая огромная станция техобслуживания для кораблей. Различные суда, от маленьких буксиров до огромных паромов, здесь полностью ремонтируются и приводят в отличное рабочее состояние. На предприятии работают сотни людей самых разных профессий. Несколько лет назад завод стал проводить экскурсии и знакомить детей и взрослых с работой судоремонтников. Интерес большой, ведь такого больше нигде не увидишь. Привет! Мы сейчас находимся в ресторане «Афалина». А вы знали, что правильно не «Афалина», а «Афалина»? Это разновидность черноморского дельфина. Здесь есть мостик влюбленных и красивый пруд. В этом пруду живут золотые рыбки. Красивая терраса. Здесь проходят прекрасные свадебные церемонии, а также здесь можно покушать и посмотреть прекрасный вид на море. Афалина очень вкусная кухня. Сейчас мы ее попробуем. Большие сюрпризы. Об этом вас прекрасно. Подарочки.